Меня зовут Полина Мингалева, мне 20 лет, и я из Москвы. Я пою кантри, я пою рок. Для меня мой образ — это не только сценический образ, это, так сказать, даже образ жизни. Когда я выхожу на сцену, люди удивляются, у них приятный шок, они начинают меня рассматривать, расспрашивать, им все так интересно. И вот это вот как облако вокруг меня, и я люблю поражать. Я не понял, это дочь Валерия Яковлевича? Это волосы или это шапка? Воу! Вся моя одежда, мое поведение, оно направлено именно на то, чтобы человек меня увидел, и неважно, понравлюсь я ему или нет, но чтобы он уже никогда меня не забыл. Здравствуйте. Меня зовут Полина, мне 20 лет. Знаете, я очень похожа на папу. Он всегда учил меня быть собой. И я надеюсь, что такая, какая я есть, я вызову у вас симпатию. Спасибо. Не, ну она нас уже обаяла, в любом случае. Я думал, ты куриц вышел, с гор спустился. Тын-дырын-дырын, асса! Наверное, это образ какой-то под песню, сейчас мы услышим. Диско, не диско, что это? Я вообще не понимаю. Ну, я думаю, что это парик. Тут предположение, что у него на голове кот. Да, живой кот. Все три места в тройке лидеров заняты. 47 голосов надо набрать, как минимум, чтобы войти в тройку лидеров. Оглянуться. Кто не вправе вспомнить словно сквозь сон, что нашел, очень неожиданно, что оставил, неожиданно, да. Что запомнил он. Время мчится, будто всадник на горячем коне. А сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминаются мне. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, гадания цыганки, медовые воздушный шарик. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, гадания цыганки, медовые пряни. Спасибо. Тридцать четыре эксперта только встали. Не понимаю, почему так произошло. Сергей, что не хватило тебе? Полина, я честно скажу, что когда вы запели куплет, я ждал, когда же я будет уже можно нажимать, и я вас поддержу. Потому что такое многообещающее начало, начиная с образа и заканчивая нотами, которые вы выдавали, и голосом, и тембром, который вы нам показали в куплетах. Что произошло в припеве, я не понимаю. Все, чем вы нас обворожили в куплетах, все это куда-то исчезло, провалилось, и все посыпалось. Поэтому я не нажал. Хорошо, спасибо огромное, я понимаю. Полин, расскажите, чем связан этот образ? Этот образ, он сопутствует мне по жизни. То есть это не только концертный костюм, это я. Да, я так могу ехать и в метро, мне волосы нравится. Настоящие. Секрет фирмы, секрет фирмы. Мы так и не отгадали.